Современное государственное управление базируется на данных, и для функционирования всего государства необходимо администрировать очень большой объем информации. В Эстонии отсутствует единая супербаза данных. Данные хранятся по месту их создания, в каждом учреждении отдельно, и учреждения не дублируют данные друг друга. При этом для принятия решений учреждениям необходим доступ к непринадлежащим им данным. Как же при этом безопасно обмениваться данными? В первую очередь, соответствующие стороны должны иметь простой доступ к данным. Во-вторых, должна быть обеспечена сохранность достоверности информации, чтобы во время обмена данными третьи лица не имели возможности ее изменить. В-третьих, передаваемые данные должны оставаться конфиденциальными, то есть быть защищены от несанкционированного просмотра. X-Road представляет собой платформу обмена данными, соответствующую всем трем вышеназванным требованиям. При помощи X-Road рабочие процессы в учреждениях будут протекать более удобно. Многие действия можно будет автоматизировать, и сотрудники смогут сосредоточиться на вещах, где необходим человеческий разум. Для государства X-Road представляет собой прежде всего возможность эффективного обмена данными между учреждениями. X-Road позволяет государству увидеть картину в целом, то есть каким образом различные учреждения связаны между собой. От более быстрого государственного управления, без сомнения, больше всего выиграют граждане, у которых будет эффективно функционирующее государство, и появится больше полезного времени вместо необходимости предоставления бумаг и заполнения бланков. Классно!